якими питаннями, з якими проблемами, може, зіштовхнулися? Ми проучились на ура. Второй клас, це було дуже, звісно, тяжело, він не хотів вчитися. Тобто спочатку в нього було рвіння к учобі, зараз він не дуже хоче. Запитували інші дітки з приводу того, чому у тебе такий колір шкіри, у мене інший. То він завжди говорить, він кожне літо на морі, я загорів, допустим. І все. Оль, а які у вас питання виникають в школі? Ви в який клас перейшли? А мы еще не шли. Мое внутреннее отношение к этому таково, что в 6 им рано. Очень быстро научилась читать, и в 4 года она уже совершенно спокойно сидела, читала книжки. И она перескакивала из класса, и с 2 она попала в 4. В какой-то момент она остановилась, это было в классе 9, по-моему, она остановилась и сказала, я не хочу больше учиться, мне надоело. Потом ей стало просто скучно учиться. Она поступила самостоятельно в институт Шевченко, она через год сказала, я вообще не хочу учиться. Если ребенку некомфортно в школе, некомфортно в коллективе, сразу забирать и искать ту школу, где его будут любить, холить, лелеять и учить, потому что, я не знаю, самое главное вот сегодня это создать ему хорошие условия. Я его забираю в октябре или в ноябре, он идет в новую школу. Сейчас у всех первоклашек 3 и по 35 забито. И, возможно, это даже к тому, чтобы он учился быстрее адаптироваться. Это не говорит о том, что плохо. До 12 лет формируется внимание ребенка и способность... Ты, Настя, Настя, Настя. У товарища полуоткрытый рот, полпрограммы. Это будет очень няшно, когда он с этими цветами будет в состоянии медитации. Полно, летите, летите через полночь. И солнце в зените по куплету всему свету. Раздайте песню эту и дождей грибных серебряные нити. По куплету всему свету вы раздайте песню эту и дождей грибных серебряные нити. Мама, кому вы надо? Сидите вот это, нам нужен ваш ребенок, все. Лиза, тебя показывают по телевизору. Даня, Даня, Даня. Дякую вам. Дякую вам, це правдиво. Я Єва Бажин. Знову в суботу, знову YouTube. Вова був молодець. Я запомнила все прям.